Друзья, я всех приветствую на канале «Строю дом своими руками». Сейчас я жду машину с компанией 100 градусов. Они должны довести оставшиеся радиаторы, о которых я вам сегодня много чего расскажу, потому что я, собственно, о них что-то узнаю. И еще одна замечательная новость будет для тех, кто любит алтайский вкуснейший медок. Друзья, у нас наконец-то готова медовушка, и вы ее можете заказывать по ссылке вот этой жарковский-мед.рф. Получилось просто супер. Я ее буду отсылать. Только, пожалуйста, давайте в заявке, не закупайте ее всю. Хотя бы там баночки по 3, по 4. С метком, потому что хочется всех угостить, а у меня ее не так много. Сегодня мы с вами установим радиаторы. Надо уже дом догревать, надо уже балансировать систему. И осталось, в принципе, прям вот немножко. Также покажу вам несколько спойлеров будущих видосов, которые скоро у нас будут. Ну, я думаю, они попадут в кадр. Очень много комментариев было по теме, что это за нижний подвод, как он правильно делается и вообще что-то за радиаторы такие. Фирмами не буду сильно козырять. В нашем видосе вы увидите, как это сделать реально проще, легче. Время не теряем, поехали. Пользуясь случаем, потому что я сейчас буду их ставить, я хочу показать. Не смотрите на фирму, это не самое главное. Я думаю, есть очень много хороших других компаний, просто я выбирал по цене. Радиатор называется с нижним правым подводом. В данном случае это 500 на 900, по-моему. 21-я модель. Чем мне понравилась 21-я, она просто поуже и смотрится это более-менее как-то компактно. Компактно, хотя по теплодинамике надо смотреть, по теплоотдаче, конечно. Здесь неважно, какая у вас компактность или красивость, главное, чтобы он мог обслуживать ваш дом. Но в нашем случае, так как у нас еще теплые полы, на радиаторы уже нет такого жесткого ажиотажа, что он должен там быть прям 22 или там какой-нибудь еще толще, больше. Теперь по поводу вывода из стены. Смотрите. В общем, вывод из стены я делал на тимовских биноклях. Трубки я использовал где-то рехау, где-то брал аква какие-то там. Покупал я их в Леруа Мерлен тогда. Про бинокли мне говорили не очень хорошо, но пока они себя никак не проявили. Но, честно говоря, сразу могу сказать, что еще у меня есть бинокли от... Ну, это называется на самом деле узел подключения радиатора угловой с шаровым затвором. И тут же у меня есть еще такой же, только уже от компании TC. Прям Германия. Сказать, что сильно отличается, но это мы только в процессе можем понять. Сейчас я просто могу сказать только то, что вот этот чуть проще как-то накручивается, чуть проще устанавливается, чуть легче с ним работать при монтаже. В остальном пока разницы сильно не заметил. Мы вывели за радиаторами вот таким образом стены, и сейчас я их повешу. Повешать их очень даже просто. Но, один момент, который хочу сейчас уточнить, это то, что вам это все не нужно. Пойдем покажу. Вот, смотрите, в каком-то из моих видосов использовали вот эту трубу типа сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем. Чем она прикольная? Она держит форму, как вам необходимо. Я ее загнул, вставил в нишу, и она эту форму держит. Хочешь поправить немножко, подогнул без проблем. И вот весь плюс в том, что вы, может быть, немножко подороже покупаете эту трубу, но вы экономите на всяких опрессовках, на этих угловых заворотах. То есть вам нужно будет также бинокли поставить, также это все затянуть через фитинги. И у вас вот эти 2 сантиметрика, то, что они были бы хромированы, они у вас тут белые. Вот вся разница. Больше ничего. Сейчас покажу, как это выглядит в изделии. Сейчас. О! Робот упал. Вон, видите? 3 сантиметра всего торчит, это все еще будет подштукатуриваться. Либо это будет хромированное, ну это прям для эстетов, либо это будет вот из сшитого полиэтилена с алюминием вот в таком ключе. Да, это, кстати, бинокль TC точно, правильно сказал. И вот так выглядит радиатор. Эстетично, аккуратненько. Да, один из советов, друзья, который мне жена сказала недавно совсем, и правильно сказала. В общем, сначала лучше после установки окна здесь все замазать, потом уже навешивать. Ну, в нашем случае придется летом снимать их и уже декоративить эту комнату. Вот так. Ну и, коли уж я тут гуляю, вот покажу вам свой конвектор на основе регистра. И скажу, что работает он очень даже неплохо. Ну, мне нравится. Теплый, хороший такой. В трубах немного температуры, держит хорошо. Евгения работает у нас над Ютубом почти, можно сказать. Кстати, над Ютубом надо уже жене поработать. А то ребята ждут видос, вот этот. Надо его мне... Надо же его, да, выложить. Так что сейчас я сяду за свой рабочий компьютер. Пока Женя работает, мы с вами установим радиатор в гостевую комнату. Кстати, установив уже кучу радиаторов, у меня сформировалось такое небольшое понимание, как это делать очень быстро и легко. Легко. И делаю я это элементарно. Мне для этого понадобится всего лишь лазерный уровень.
Мне понадобится коробочка из-под компрессора компании Deco, две подставки и картонка. Ставим сюда лазерник, можно с зеленым лучом, мне просто красный попался. Быстрее. Надо чуть пониже сделать. Все, я выставил верхнюю точку, а верхняя точка у меня по факту является краем радиатора. То есть сейчас от нее я замеряю 14,33. Это две точки на установке лонжерона, они ставятся обычно прям вровень с биноклем. И второй идет на расстоянии 136 сантиметров, но это надо померить уже по факту на батарее, потому что у меня батареи разные. Вот здесь будет висеть батарея 500 на 1600. А дальше смотрите, замеряем сейчас и смотрите. 14 и 33. Так, и теперь расстояние надо замерить от вот этого крепления до того крепления по центрам. 139 будем считать. Так, прежде всего нужно закрыть возможность попадания грязи в систему. Так, для тех, кто заметил, что у меня окна отсырели, здесь все с вентиляцией хорошо, просто у меня нет штор пока, и я вот взял и поставил вот этот поролон закрывать окно, и от него тут натянуло. В общем, пока в этой комнате небольшой бардак, мы сюда все стаскали, потому что там работаем над залом. Вы скоро об этом узнаете, все. Все, что вам интересно, вы скоро узнаете. Так, шуруповерт, бита на 10. Берем уголочек, на него ставим сразу вот такие накладочки, чтобы не попортить металл. И болты. А эти пластины можно поставить вот таким образом, можно вот таким образом. Все зависит от того, как далеко вы хотите отодвинуть это от стены. Ну а решение отодвинуть или нет, наверное, все-таки зависит от конвекционных возможностей вашего подоконника, так скажем. Если подоконник очень сильно выдвинут, то, наверное, стоит поставить на удаленный вариант пластины. В моем случае подоконник на 4 сантиметра, даже на 3, я бы сказал. Поэтому достаточно и короткой пластины. Да и смотрится эстетичнее, когда она короткая. Навешиваем радиатор. Очень все просто. Кстати, на радиаторе сначала надо поставить кран Маевского, две заглушки и две переходные гайки на бинокль, которые обычно идут в комплекте. Ну, с биноклем. У меня подключение нижнее, поэтому я демонтирую транспортировочные вкладки, которые больше отныне нам не нужны. И сюда устанавливаю переходники. По-хорошему я должен иметь специальный ключ шестигранник для того, чтобы затянуть их, но у меня его нет, поэтому я очень аккуратно затягиваю это своим ключом. Немножко. Тут много не надо. То есть вы понимаете, да, что этот радиатор можно было подключить и по диагонали, и нижним подключением, боковым подключением. Как вам удобно вообще. Он полностью универсальный. И чем мне понравился он, кстати, и вы тоже смотрите, когда будете брать, но, по-моему, они все такие идут, со встроенной со встроенным терморегулятором. То есть, по факту, на этот радиатор нужно будет только докупить потом термоголовку. Эта штука уже здесь стоит. С другой стороны я ставлю кран Маевского и вторую заглушку. Слышите? Для запуска радиатора сейчас жена у меня качает давление в котельной. Я в это время открыл коллектор. Сейчас первого радиатора, сейчас второго радиатора. Теперь мне осталось открыть бинокли на подачу и на обратку. Слышите? Все, система заполняется. С помощью золотого ключика, в данном случае он белый, мы спускаем воздух. Теплеть начинает. Вот это, кстати, 11-й тип радиатора. У него нет задней панельки. Я специально покупал его на кухню, чтобы можно было поставить за мебель. Вообще, честно говоря, вот этот класс радиаторов 11-го типа и 21-го мне очень понравилось. Ну, из-за такой эстетики. Пока прикрою, пусть давление наберет. Мы сейчас котел спустили, считай, до 0,3. Это не совсем правильно, поэтому надо набрать хотя бы, чтобы было 1,4, 1,6. Что у нас по давлению? А подавление у нас 0,6. Это очень печально. Это нужно скорее увеличивать. А увеличивать мы будем вот таким вот путем.
Кстати, вот тоже момент. Мне посоветовали проектировщики по отоплению, сказали, что не нужно мне внедряться от холодной воды в систему, чтобы, ну, докачивать давление. Что проще всего вот накачал один раз в жизни и бросил это все дело, потому что тебе больше это не придется делать. Но с установкой радиаторов каждый раз качать вот так руками, я не знаю, я уже устал. Скажите, как вы считаете, может быть, все-таки стоило, правда, зарезаться в систему, просто открыл кран, накачалось сколько надо, закрыл, потом забыл, опечатал, чтобы его никто не трогал и все. Или, правда, потом мне никогда не придется это качать, и хороший вариант, не знаю. Ну, в общем, напишите, если что-то знаете по этому поводу. Жень, ну ты тогда продолжай, да? Докачивай. Ты горячую льешь, да? Холодную. Холодную прям? Или она такая теплая? Ну, она... Лей прям горячую. Это же ради отопления. Зачем нам газ греть? Теперь гостевая. Я уже открыл на коллекторе. Осталось открыть бинокли. Потихонечку. Не будем сильно спешить. Система наполняется, но я должен травануть теперь. Воздухоотводчик. Кран Маевского. Так, ну вот распаковку румеров вы уже видели, а вот распаковку висманов еще ни разу. Но Германия почему-то пакует так. По-моему, наша российская упаковка лучше. Но это не точно. Сейчас я покажу, что мне конкретно понравилось в висманах. Так, все на немецком. Хелькепер. Здесь также нижний подвод. Ну а здесь инструкция по установке, по монтажу. То есть закрепите кронштейн вертикально, выровняйте по уровню, снимите крышку, установите радиатор в нижние пластиковые пазы, защелкните верхние зацепы, закройте крышку, используя верхнюю регулировку зацепов для компенсации неровности стены. Итак, что мы имеем? У нас есть уже выведенная из стены система для нижнего правого подвода к радиатору. Сейчас мы должны выставить лазер прямо по самой верхней риске. Выставляем лазер, от нее отмечаем 10 и 37 сантиметров. Точки ставим, но это конкретно для радиатора Висман. Для радиаторов Румеров и Будеросов и так далее, у них свои размеры. Я сейчас говорю про немецкие радиаторы Висман. Так, друзья, теперь по радиаторам Висман. Тут немножко все по-другому, чуть-чуть всего лишь. А чуть-чуть это в том, что 100 мм у нас от нижнего края и 365 до верхнего. Ну и фиксатор немного работает своеобразно. Здесь он с пружиной. Я также отстреливаю лазером самую верхнюю точку. И от нее отмеряю как раз вот эти 100 и 365. В любом месте, потому что у этих радиаторов нет конкретного фиксатора. Главное по ровности сделать. Так как у меня 21 тип, до центра бинокля где-то 6,5 сантиметров. Беру бинокль, 6,5 до оси, это где-то вот так. Ну, я почему где-то? Потому что у меня в пазах там есть место. Ну и так как в бинокль на какое-то расстояние труба все равно заходит, мы отмечаем это вот так. Но это я конкретно сейчас рассказываю, чтобы вы понимали о подключении через сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем. Теперь просто берем вот эти тисевские трубки. Они, кстати, очень легко одеваются. То есть я вот так расстегнул ее, выдернул заслонку. По сути, у меня выпал фитинг. Теперь просто беру. Она состоит вот из вот таких штукенций. Теперь беру так, хоп, оп и оп. Все. Конструкция собрана полностью. Еще раз демонстрирую. Вот так разобрал, из нее выпал фитинг, и я просто вот таким образом вставил. По сути, уже готовый собранный комплект. Теперь бинокль одевается. То есть это я сейчас показываю систему без всяких трубогибов, всяких вот этих, короче, всех вещей, о которых мы так много говорили. Вот. Если мне надо будет трубу вставить глубже, я ее легко вставлю. Отмеряем 10 и 36. Если говорить о том, что мне понравилось в этих креплениях, они не требуют, во-первых, определенной фиксации места, потому что они просто приделываются к батарее в любое место за ребрение. И второе, у них вот такой интересный фикс. То есть ты вставил батарею и защелкнул верхним фиксатором. Вот. Ну и их еще можно перевешивать без проблем хоть куда и хоть как. Короче, нормальный креп, вариант нормальный. Это если говорить о креплениях. Вот как раз я говорил о фишках Висман.
Вот. Все остальное, в принципе, как у остальных радиаторов, наверное, только металл лучше. Наверное. Я этого не знаю пока. Утверждать не могу. Вот комплект крепежный. И если в других радиаторах у меня термоголовка была уже вкручена, то здесь она идет просто в комплекте. У меня новая идея по поводу подставок. Подставок для лазерного уровня. Вы думали, я в доминошки играю, что ли? И я не в доминошки вам играю. Я тут рудики ставлю. И смотрите, кстати, три доминошки. Три доминошки, это четенько прям. По поводу креплений я еще раз сделаю акцент на то, что они интерактивные. Так, отмечаем, как обычно, 10 и 16,5. Здесь у меня, значит, 2 миллиметрика чуть повыше. Значит, получается все просто. Так как мы уже делаем это профессионально. Поднимаем выше на 2 миллиметра и отмеряем 10 и 16,5. Оп, вот так. И все, теперь ждет мышеловка своего радиатора. Кстати, очень классная тема, друзья. Смотрите, в комплекте идут вот такие брендированные полоски. О них я уже говорил. Вот. И вот так втыкаешь, и у тебя теперь Висман. Но они их положили по две штуки. С умыслом, что вдруг радиатор будет маленький, и чтобы не выбирать, они, короче, по две. И мы очень легко делаем наш радиатор фирмы Румер. Тоже Висманом. Это так, для любителей. Для любителей. Вот этой, вот этой вот. Вот этой вот, вот этой вот, вот этой вот, вот этой. Ну, наконец-то, друзья, мы дошли до последнего нашего радиатора. Все, сейчас я его повешу и будем его заполнять систему водой. Кстати, при предыдущем заполнении системы водой, при падении давления ниже 0,8, по-моему, атмосфер в котле, он отрубается, выдает ошибку и нервничает. Поэтому это надо учитывать. Учитывать надо. То есть, наверное, сейчас будем как-то... Женя будет внизу смотреть атмосферу и давление. Я буду здесь контролировать подачу воды. Короче, посмотрим. Так, вешаем последний радиатор и вперед. Жень, все, я сейчас начинаю открывать контуры первые. И смотри по давлению. А сколько вообще в идеале должно быть? В идеале 1,6. 2,5 много. Хорошо. Запустили. Идем смотреть. Все, у тебя давление должно сейчас переть. Сейчас давление 1,7. 1,8. 1,7. Так, все, первый радиатор готов. Хорошо. Это комната дочери. Вон, вторая спальня. Пока открываем все на полнике, балансироваться будем позже. Потихонечку, чтобы никаких гидроударчиков, ничего не было. Подачу обратку. И теперь надо сразу качать воздух. Женя, у тебя есть возможность передать привет всем нашим зрителям. Всем привет. Пользуясь моментом, хочу напомнить нашим зрителям, что жарковский мед не бесконечен, поэтому кто хочет успеть, успевайте перед Новым годом сделать подарочки вашим близким и друзьям. Ну, в таком ключе-то, ну, обязательно надо заказать. Ссылка в описании. И еще я вам вот тут ссылочку оставлю. Переходите, заказывайте медок, всем вышлю. Мед просто чумачечий. Есть дягель, есть василек, есть разнотравие, есть перга, пыльца. Да все есть. Вообще много всего. На нашем сайте жарковскиймед.рф. Ссылочка вот где-то здесь. Так, открываю радиатор в комнате сына. Все, сейчас тоже давление должно сыграть. У меня пока 1,7, я прикрыла. О, пошло падать. 1,4. Так, все расходомеры открыты на максималках. Пока полностью. Все, раскрыли мы. Так, пойдем открывать теперь литраж. Открываем клапана или клапаны. О, пошла мусорка. Так, все, сливаем воздух. Остается просто вот так лежать и ждать, когда же пойдет водичка.
1,5. А вообще, если ничего не делать, то максималка какая поднималась у нас? Ну, 2 было. Ну, я просто после этого вижу, что падает, я чуть прибавляю. До 1,6 поднимается, я ее выключаю. Все, я понял, хорошо. Большие радиаторы, вот это висмановские, они 22-й тип, поэтому воды в них много. Хотели 2 радиатора в эту комнату брать 21-го типа, но по теплопотерям посчитали. И в конечном, в конце, в самом уже подсуетились и решили все-таки взять сюда 22-й тип, чтобы тепла было больше, потому что маловато тепла. Здесь очень низкие подоконники, и, соответственно, большие радиаторы сюда не войдут. Так, ну вроде воздух вышел. Ну, что у нас там? Ага, тепло пошло потихоньку уже. Здесь у меня швабры Деко крутейшие. Скоро будем их использовать, когда полы дотрем, доустанавливаем. Кстати, они там внутри, это не смотрите, это для мытья окон. Так, по радиаторам. Здесь я теперь смело открываю уже все радиаторы, потому что все установлено полностью. Вот это, кстати, помните, говорил про дешманский коллектор за 5000 рублей. Вот сразу видно, как с ним приходится работать. Так. Это у нас самый крайний радиатор. Подумал, а что я все радиаторы сразу не открою? Ведь у меня же они там еще продублированы закрывашкой под самим радиатором. Поэтому, ну и что, что сейчас у меня в батарее появится какое-то количество воды. Вообще совершенно без проблем. Вот. Сейчас в трубе просто в полу будет заполнена система. А радиаторы-то пока не заполняются. Так, этот тоже закрыт. Открываем, открываем смело все. Женюсь, я так понимаю, у тебя давление нисколько не меняется, да, сейчас? Ну, сейчас 1,4 и держится. То есть не падает, не поднимается на уровне. Угу. Опа, тут что-то затянут прям. Это как так? Что значит Китай? Я! А что такое? Нормальный ход. Так, все. Все открыты, которые должны быть открыты. Так, Жень, запускаю самый большой радиатор. Будет очень быстро падать давление, следи. Хорошо. Уже близко вода. Тихо. Ничего себе, в камеру, да? Ой, тихо! Вам видно, нет, там забрызгало вас немножко. Так, все, закрываем этот радиатор. Прелесть. Идем дальше. Вот этот радиатор, который мы сейчас подключаем, это румер. Те радиаторы были висманы. Мне нравятся, честно говоря, и те одинаково. Если кому-то интересно вдруг мое мнение. Давай, знаешь, как до 1,7 дождемся и перекрывай. Как-то хорошо. Как-то непонятно она. Какой-то интересный экран Маевского. Итак, Жень, скажи, как тебе, тяжело было, нет, систему эту всю обрабатывать? Нормально. Давай по протоколу в рацию. Нормально. Все, 1,6, да? Ну давай, знаешь что, прям дадим, дай туда еще одну атмосферку, потому что она все равно просядет. Даже до 1,8 давай разгоним. Я потом лучше опущу, чем потом подкручивать, накачивать. Давай 1,7. 1,8 сейчас будет. И вырубаем. Это что получается? У нас сейчас в системе 1,8? А, да, смотри. У нас получается акваробот сейчас, пока он до 1,4 не опустился, в нем 1,8. И он больше сюда и не даст. Вот, в нем просто сил не хватает. Пока он когда до 1,4 опустится, в нем 3 накачается, и тогда он сможет раздавать нам большую атмосферу, большее давление. А так у него... Выключаем. Все, вырубай. Слушай, ну идея классная. На самом деле, друзья, если сейчас говорить о том, что нужно ли систему подпитки делать в котельной, я считаю, нужно. Или сейчас бы Женя просто вот этой штукой бы качала какое-то время, сидела бы тут. Либо она просто вон кран включила и подкачала. Правда, нам пришлось шланг кидать садовый.
Так, все, здесь закрываем. Там закрыто, да? Да. Все. Здесь отключаем. Там смотри, чтобы шланг сейчас с таза не скинуло, а я здесь отключаю. Да, сюда поставлю. А, нет, там уже все. Тут уже все чистенько. Сейчас вверх подниму, и у тебя потечет. Вот. Давай я, знаешь как, я сейчас все с системы солью. И мы этот садовый шланг в овощехранилище поставим на зиму, да? Вдруг еще пригодится. С радиаторами стало прям классно. То есть сейчас мне осталось только отбалансировать систему. Все остальное уже готово. В доме стало значительно теплее, и это не может не радовать. Из радостных моментов я отмечу, что Новый год теперь отмечать уже в своем доме будет комфортно. И вот с установкой последнего радиатора, я считаю, можно сейчас уже и новоселье делать, которое, кстати, так на канале еще и не произошло. Друзья, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас просто море отснятого материала, море видосов. Поэтому, если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. И увидимся с вами прям буквально через одну минутку в комментариях. Начнем обсуждать сегодняшний выпуск. Все, всем пока.